Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вторжение. И у нас очередная миссия, которая называется Седьмой круг паукада. Логово самого большого и главного паука. Ну что, приготовили охрененно большую пушку и орбитальную бомбардировку? Нет? Ну, хотя бы эльфийский фонарик. Ничего такого у нас нет, но разыгрывается здесь питомец. Судя по всему, это какой-то меч-кладенец, который, видимо, будет драться за нас. Ну что ж, приступаем. Как же ты хорош, естественно хорош. И возьмем мы с собой, наверное, целителя. Я думал взять шамана, но в конце все-таки передумал. Поехали. В общем, такая у меня команда. Старенькой сборочки, ничего нового не вводил, ничего не менял. Вау, ничего себе заварушка здесь. А, где рыцари, насекомые? Неуч, я паукообразная, а вам лучше уйти, пока моя жена со свадьбы не вернулась. Ха, говорит мне паук. Ой, как мило, поздравляем с женитьбой. Не стоит, вы ничего не знаете о счастливом паучьем браке. Да ладно, ничего мы не знаем. Оу! Сладенький, как барашек. Ничего себе, какой гигантский паук. По-моему, это все, что нужно знать о счастливом браке. Очень остроумно, суперзлодей. Или, может, лучше звать тебя Человек-ужин? Лучше сбегай в шахты за динамитом. У меня есть план. Надеюсь, барашки еще не кончились. А ты действительно суперзлодей. Постарайся не стать суперэкспериментом до моего возвращения. Не убегайте, я скоро вернусь. Да ладно. Так, друзья, судя по всему, вот это вот пространство именно предназначено для этого огромного паука. Должны мы с вами защищать всего лишь одну дорожку, да, один выход. И тут со всех сторон пойдут пауки. Ой, друзья, не знаю. Так, ну что же, давай-ка мы, наверное, вот сюда поставим нашу гайку. Нет, вот сюда вот поближе. Так, Двулика мы, наверное, поставим вот сюда. А Константин будет стоять у нас вот здесь. Угу. Ну что ж, теперь пора расставить нам войска. Так, бомбардира, куда нам влепить? По идее, нужно аж две штуки ставить. Одного мы здесь сделаем. Так, Константин, куда ты пошел? Иди сюда, обратно. А второй у нас, наверное, будет стоять вот здесь. Вот таким вот образом я пока поставлю. Здесь вот еще мы, наверное, установим с вами. Подожди, друида я не хочу. Давай, наверное, вот здесь вот поставим ниндзю. Вот сюда вот влепим, да? Так же, как и вот здесь. И это еще не все. Нам нужен вот здесь вот будет лучник. Сюда я поставлю лучника. А сюда я уже поставлю. Блин. Ну давай друида, хорошо, пускай будет друид. Так, здесь у нас будет целитель. Здесь, наверное, мы поставим лучника. Друзья, я не знаю, может быть, пока их хватит. Посмотрим, кто и что будет идти на нас. Вот здесь я вижу 6 паучков, да? Здесь тоже 6. И здесь 6. Угу. Везде по 6. 10 волн у нас в этой драке. Я так понимаю, наверное, паук этот гигантский будет во время боев нам периодически мешать. Ладно, короче, поехали. Определимся чуть позже. Оу! Страшно? А должно быть. Ну, он так и будет нам мешать, судя по всему. Прям с самого начала битвы. Ты посмотри, что он там делает. Чок-чок, мужичок! Съест тебя, паучок! Ну, ты меня порадовал, а? Чебурек. Что же... тихо. Было вкусно, но очень скучно. Он меня отвлекает на самом деле, я не могу сконцентрироваться. Что это он тут выплюнул мне? Какой-то кокон. Эй! Друзья мои, что... Что здесь происходит, а? Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Я не могу понять, как они здесь могут пройти. Давай сюда, гайка, иди, быстро. Давай. Драться с ними надо. Бегай быстро, или мне очень будет скучно. Да отвали ты, а, будет тебе очень скучно. Да куда же они проходят? Что он там делает? Я не могу понять.
Давай вот так вот, наверное, попробуем с вами. Так, скорее всего, нам нужен здесь Константин. Че, он мне уже забомбил Двулика? Ты, парень, не припухли, а? Так, Двулик, давай быстрее, оживайся. Ты следующий. Что он там делает? Я не могу понять. Ням-ням-ням. Он съел мне гайку. Ты понял, что он сделал? Он просто ее слопал. Да ты достал, ну я серьезно тебе говорю. Сейчас кто-то умрет, это будешь ты. Так, опять он охотится за гайкой, ты посмотри, а. Он опять охотится за гайкой. Я бегаю, бегаю. Вот так нам приходится делать, да? Так, по-моему, один враг прошел у нас здесь. Я не успел его поймать. Так, слушай, подожди, так дело не пойдет. Давай я сюда поставлю еще ниндзю. Немножечко прокачаю. И вот здесь вот он, чтобы помогал нам. Так, тут паучки пошли. Слушай, ну офигеть, только начали играть, уже одного паучка мы с вами пропустили. Так, ладно, пока выходят мелкие всякие. Причем уже вторая волна у нас тут. Так, где у меня... Где у меня гайка? Я ее что-то даже... А, вон она стоит. Так, гайка, давай-ка мы тебя вот сюда, наверное, установим. Так, прут пауки. Я так понимаю, здесь еще будут гигантские, стопудово. Без них здесь, ну, стопудово никак не обойдется. Надо бомбардиров прокачивать, подрывников наших. А у меня, как всегда, не хватает на это все денег. Ладно. Так, эти пауки. Хорошо, что у нас всего лишь одна дорожка, да? Которую мы с вами должны защищать. Давай-ка мы, наверное, Константина тоже сюда перебросим. Это, конечно, плохо, когда все в одной куче стоят. Ну, знаете почему, да? Потому что если этот паук вернется, он может их тут всех слопать. А нам этого не нужно. Ну. Так, следующая волна у нас, опять же, пойдут паучки разных сортов, но всего лишь по двум дорожкам. Это небольшой для нас плюсик. Так, прокачиваем немножечко подрывника. Так, здесь я прокачаю нашего лучника. И вызываем следующую волну. Это получается третья, да? Опять он вернулся. Сколько тут всего вкусного! Потирает лапки, а? Упырь! Ну что ты там опять начинаешь делать? Так, 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 что там? Он съел мне Двулика, ты представляешь? Так, теперь он находится... Да ты достал, эй! Не успел, да, по-моему? Нет, не успел он слопать. Так, возвращаем на место. Так, надо рисануть нам Двулика, потому что, ну, без него будет сложно. Опять за кем-то охотится, да? Не успел, по-моему, слопать? Нет, ничего у него не вышло. Так, хорошо. Так, гайка, отойди. Не успел убрать ее, он сфигачил ее. Как же ты достал, а? Так, Двулик, давай-ка мы с тобой, наверное, вернемся, да? В родные, как говорится, края. Иди сюда. Гайку я обратно резаю. Без нее нам никуда. Слушай, ну, все-таки действительно плохо, когда все стоят в одной куче. Я не успеваю просто за всеми, ну... смотреть, контролировать их. Так, подрывник прокачивается маленько. В принципе, карта не такая уж и большая, да? Всего лишь одна дорожка, которую мы должны защищать. И с остальных они выходят. Плюс вот этот вот паук, который причем на раз съедает любого героя. Так, 8 пауков. Здесь у нас 6 и здесь 6. Ладно, вызываем. Это четвертая волна. Я думаю, что ближе к 10 этот паук будет постоянно здесь у нас... поедать, постоянно нам мешать. В общем, не давать нам здесь расслабляться вообще ни в какую. Целитель я немножечко прокачал. Ну давай, давай, давай. Надо будет вот еще нам, скорее всего, ниндзя прокачать наши. Потому что, я так понимаю, скоро пойдут белые паучки. А вы знаете прекрасно, что они очень сильные. И, как вы понимаете, у нас здесь очень мало башенок стоит. Ну, чтобы мы могли, как говорится, здесь противостоять врагам. А надо их намного больше. Ну и, конечно же, прокачивать наших героев. Я имею в виду подрывников и так далее. Ну что, кто, где? Друид у нас только один, а нам нужен, скорее всего, еще будет. Вот сюда я его поставлю.
Потому что друиды нам очень здесь хорошо помогают своими вот этими вот кроликами, да, суицидальными. И плюс у них еще появится вскоре панда, который тоже будет нам помогать. Ну что, где там этот паучелло? Че не выходит? Пужанулся, что ли, нет? Так, пока справляемся, пока все хорошо. Нам нужно будет прокачивать подрывников. Отлично. Что-то эти волны не заканчиваются. Пауки все прут и прут. У нас всего лишь одно фаталити осталось. И... два пришельца. Ну, от пришельцев тут толку мало, мне кажется, будет. Посмотрим. Так, пауки эти убегают. А где мой ниндзя здесь? Я не пойму, его опять уничтожили уже, да? Ладно. Вот он появился. Ну, когда же эта волна-то закончится? Мы, в принципе, можем, ребята, ускориться, но это опасно. Вот, все, да? Можно призвать. Давай посмотрим, кто на этот... Опять он пришел здесь. Мама дома, кто тут у нас в гостях? Все время прикалывается. Опять потирает лапки. Так, расходимся. Не-не-не-не-не-не-не. Смотри, что делать, а? Охотится. Хе-хей! Промахнулся, ну бас. Не тут-то было. Так, за кем теперь он? За кем теперь? Видел смерть? Я вас познакомлю. За Константином он охотится. Он охотится за Константином. Уводим его. Так, по-моему, промахнулся, да? Твой страх — лучшая приправа. За кем опять охотится, а? Воу-воу-воу-воу, отравляет там. Эй! Он уже припарил сюда вызывать своих пауков, а? Ты посмотри. Так, двуликий, давай иди сюда. Наверное, хоть кто-нибудь да пройдет, да? Ай, господи. Так, резаемся, резаемся. Так, двулик, иди сюда, смотри, опять эти пауки тут прут. Так, что я могу тебе посоветовать? Я могу... Как хорошо пахнешь, надеюсь, на вкус не хуже. Срочно прокачиваемся. Ну ты посмотри, а. Чё он тут творит? Еще один прошел. Ты посмотри, он сколько пауков плодит. Откуда столько? Откуда столько берется? Друзья. Он что ли их вызывает? Ну, точно, он вызывает этих пауков. Вот оно что, друзья. Он выплевывает это яйцо коком, и из него вылазят вот эти вот мелкие паучки. Прямо на проходе. А я-то думал, как нам будет здесь хорошо и легко. Ага. Не тут-то было. Тогда что нам придется делать? Во-первых, надо прокачать ниндзю. Так, хорошо, что у двулика, да, у нас есть вот эта вот способность быстренько перемещаться в нужную нам точку. В общем, двух противников мы с вами пропустили. Вот и печалька, да, становится сразу же. Так, Костя, иди сюда. Так, двулик, иди сюда, возвращайся, потому что тут пауки, они постоянно проходят. Постоянно. Надо что-то нам, друзья мои, менять. Надо менять или прокачивать, иначе так дело не пойдет. Так, ниндзя, ты где у меня? Ниндзя уже убили, да, по ходу дела. Я его хотел вот немножко сюда сместить. Вся заварушка именно вот на этом пятачке. Поэтому... нашего подрывника я, наверное, вот сюда переставлю. Так, у нас шестая волна. Не забывайте, двое пропущенных врагов. Но пока еще все терпимо. Ждем дальше, ребята, что у нас тут пойдет. Так, выведем, наверное, двулика вот сюда. Пока этого паука нет, и слава богу. Копим деньги с вами на улучшение подрывника. Вот этого вот. Вот эти вот мелкие паучки зелененькие, они, по-моему, самые противные. Да? Они везде просочатся, так скажем. Друидик. Вот сюда надо было мне не целителя ставить, а все-таки друида. Вот именно, что вот здесь он бы хорошо заходил бы. Смотри, вот они так и хотят пройти, пробежать. Так, ниндзя, ты где у меня? Воу, давай вот так вот прокачаем. Не-не-не, смотри, вот что делают. Смотри, видишь, зелененькие вот эти вот. Так и норовят пробежать. И ничего здесь им не мешает. Даже никак мы их не сдерживаем. Так, пикинесик наш пришел. Сейчас будет тут бомбить во все стороны. Так, у нас есть. Хватает деньги на прокачку, на небольшую. Так, мы, наверное, его вот сюда поставим.
Опять же повторюсь, вот плохо, когда все стоят вот в одной куче. Во-первых, мне плохо их контролировать. Давай-ка мы, наверное, двулика вот сюда поставим. Фух, я так понимаю, сейчас будет следующая волна. И кто у нас там пойдет? Ну, опять же, паучки. Но мне кажется, сейчас опять гигантский придет и будет тут мешать нам. Подрывник. Опачки, отлично. Надо еще вот этого, 450 монет нам нужно. Ну что, вызываем. Вызываем следующую волну. Странно. Паук гигантский не вышел. А почему? В чем подвох? Ладно, неважно. Главное нам здесь устоять. Давай-ка мы, наверное, с вами и целителя переместим немножечко вот сюда. Вот так вот. В общем, ниндзя и целитель у нас тут будут стоять. Также и двуликий. Остальные будут разбираться вот по всем фронтам. Ждем, ждем. Я вот обязательно жду какого-то подвоха. Я больше уверен, что он будет. Особенно на последних волнах. Наверняка этот гигантский паук выйдет, будет тут нам мешать, а пойдут самые мощные пауки. Согласись, без сюрприза здесь уж точно не обойдется. Так, нам надо прокачать с вами, по идее, друида. Желательно, наверное, вот этого вот. До пандочки, чтобы он мог призвать панду. Смотри, смотри, что происходит. Пруд, пруд. Со всех сторон, со всех щелей. Их здесь очень много. Здесь их очень много. Так, Константин, по-моему, нам надо с тобой вот сюда передвинуться. Да чтоб тебя. Я только успеваю использовать магию, да? Чтобы призвать дополнительных юнитов. Ну ты посмотри. Идут и все. И никто их не сдерживает. Почему так происходит? Вот. Вот это уже другой разговор. У нас появился друид с пандой. Фу, вроде бы отбились. Ну что, будем призывать следующее. Это у нас получается 8-я волна. Так, здесь такие пауки. Самых мощных пока нету, и слава богу. Призываем. Лучница. Давай-ка мы ее прокачаем, да? Маленечко. Так, этот друид у нас, ну, практически прокачан полностью. С ниндзи у нас вот так вот должно быть все. Давай-ка вот эту вот. Ага, не хватает маленько, ладно, подождем, потерпим пока. Слушай, ну паука-то почему-то нету гигантского. Нет, я не к тому, что мне его не хватает. Просто напрягает меня. Я все время, как бы говорится, в напряженном состоянии, ожидаю его, а нам его не дают. А сейчас я расслаблюсь, да, и он появится в самый неподходящий момент. Так, давай-ка вот этих вот мелких зеленых паучков бомбанем. Так, вот, хорошо, что нам помогает панда. Лучницу нам нужно прокачать. Она очень хорошо бомбит. Причем на очень далекое расстояние. Ага, все, фулл прокачка у нее. Ну что, остается нам вот этого подрывника еще, да, прокачать. По фулочке, и все будет у нас хорошо. 450 монет. А, отлично, давай. Ага, 400, а, 575 даже. Так, ну это прокачка не фуловая. Потому что фуловая будет, когда вот красная. Красный снаряд. Так, хорошо. Никто не пройдет, да, у нас тут. Ну, какая-то заваруха. Ничего не могу понять. Нормуль, отбились. Давай дальше прокачиваться. Вот так вот. Ну что, подрывники прокачаны у нас по полной программе, как вы видите. Так, ниндзя тоже прокачан, друид. Ага, вот так вот. А этому нужно 550 монет. Ну что, друзья мои, предпоследняя волна. Глянем, вот они. Вот они, эти пауки. Мощные сейчас пойдут. Вызываем. И смотрим. Гигантский паук пока нас не посещает. И это хорошо. Мне, как говорится, и без него здесь сложно. Так, ниндзя, ты, конечно, тут очень слабенький, от тебя толку вообще никакого нету. Так. Друид там старается, вызывает яйца, да, с кроликами. Все пока под контролем. Вот эти вот паучки раздражают тоже. Так, влетает Гэндальф, сбрасывает деньги. Шикарно. Вот, вот, первый гигантский паук появился, друзья мои. Давай, 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 ниндзя, прокачивайся. Никак, нам нужен, чтобы здесь был черный. Только он может совладать, да? Ладно, посмотрим. Наверное, сейчас его завалят, скорее всего.
Давай вот так вот сделаем. Ну куда ты побежал-то? Ты давай дерись. Его отравляют сразу же. Вот что. Так, второй гигантский паук уходит. Два гигантских паука в одной точке. Это плохо. Это, друзья, очень плохо. Так, смотрим, что мы можем с вами здесь замутить. Так, друид у нас прокачанный здесь. Вот сюда надо кого-то вызвать. Кого только, я пока не знаю. Давай еще, наверное, одного друида поставим, чтобы мы вызывали побольше с вами вот этих вот кроликов, да? В общем, массовые атаки. По-моему, одного паука мы здесь убили. Или нет? Там такая кипишня, я ничего не могу понять. Просто ничего не могу разобрать, что там происходит. Так, что у нас? Оу, ты посмотри. Это уже на следующую волну у нас готовится. Это будет последняя. Так, тихо. Боремся до последнего с вами. Друид, ты у нас прокачанный. Так, вот этого мы прокачиваем, наверное, с вами по фулке, да? Ну, по крайней мере, панда уже появилась. 300 монет нужно, тогда у него будет звезда. Но этот паук, я думаю, не дойдет. Он здесь один. Мы с двумя только что справились довольно неплохо. Ну, а с одним-то и тем более. Так, постоянно мы его вгоняем в страх. И в этот момент ниндзя мой там веселится. Веселится. Отдуплился, елки-палки. Ну, друид, почему ты такой ватный? А, он же у нас не прокачанный по фулочке, друзья. Вот почему он такой ватный. Фулка — это когда есть пандочка, и после этого еще и башня получает звезду. Ну, что мы не можем с ним разобраться? Постоянно, видите, в страх его вгоняем, и он убегает. Я почему не стал брать сюда темного эльфа? Что такое? А, у меня все готово. Вперед, бараны! На той стороне вас ждет небесная лужайка и молодые овечки. Ха-ха-ха. Опять, вот он появился. Сейчас я буду убивать, а вы умирать. Да? За кем охотиться? Ни за кем пока, да? Пока он спокоен. Смерть чувствуешь? Она шепчет тебе на ухо. Так, Костя, уходим. Уходим, он за тобой охотится. Он за тобой охотился. Так, не поймал, да? Так, опять он за ним охотится. Костя, уходи. Пожалуйста, убегай. Я не хочу, чтобы он тебя сожрал. Посмотри, все равно, все-таки слопал, а? Было вкусно, но очень скучно. Так, ты уже, парень, по-моему, повторяешься. А я рисану обратно его. Без Константина здесь я не хочу играть. Так, что нам нужно? Нам нужно прокачать вот этого друида. Кого он опять съел? А, за двуликом охотится. Так, что тут происходит? Господи, надо вызывать тарелку. Да отвали ты от Константина, пожалуйста, мне. Нет, никого не пропускаем. Всех бомбить должны здесь. Именно вот на этом пятачке. Опять он свои коконы. Опять он тут свои коконы выставил. За кем охотится на этот раз? За Константином, да? Я понял. Промахнулся олух. Так тебе и надо. Последняя волна это, не забываем, друзья мои. Да что там происходит-то? За кем теперь охотится? Да не за друидом же, ясен перец. Ох-хо-хо-хо-хо, фаталити делаем. Вот так вот, потому что эти пауки очень мощные, и с ними вряд ли мы справимся. Так, последний, да, я так понимаю, паучок тут остался. У нас есть еще один пришелец, которого мы можем вызвать. Так, Гайка, уйди, пожалуйста. Я же вижу, что он за тобой охотится. Да уйди ты, говорю. Успела. Фух, но одного героя он все-таки съел, да? Ресаемся. Так, друзья, я так понимаю, это была последняя волна. А в чем проблема? Почему он не погибает? Что он там делает? Гайка, уйди. Подожди-ка, он съел ее, что ли, все-таки? Да нет. Слушайте, друзья, я что-то не могу понять. А в чем прикол? Что... Так, отойди. В чем прикол? Что нужно мне сделать? Хм. Да отвали ты, а, охотятся и все. Нам как-то нужно его подбить или в чем прикол? Не могу понять пока. Друзья, я серьезно говорю. Может быть, мы не должны ему давать кого-то съесть? Может, он тогда с голоду погибнет.
Что-то странное тут происходит. Я надеюсь, это не лаг в игре. Что там шкрежет, а? Да отвали ты, а! Промахнулся, так и надо тебе. Ну что, я могу прокачать, судя по всему, да? Опять он за ним, а? Хм. Главное, что даже мопс мой по нему не стреляет. Видите, он выходит. А, овечка. Все, понял я, что нужно сделать. Овечку мы должны с вами, судя по всему, отправлять вот сюда вот. Ну. А как дальше-то? Блин, подожди, что надо сделать? Так, овца. Взорвалась она, да, якобы? Мне нужно что-то сделать с овцой. Либо подставлять ее туда, где он прыгает, да? Где он собирается там съесть кого-нибудь. Ну-ка, давай-ка вот так вот попробуем. Так, да? А подрывника мы с вами убираем. Кого он там? Вот! Это я в одной игре видел. Жаль, святой гранаты нет. Прикиньте, мы все-таки правильно сделали. Овцу подставили, он ее слопал. Победа? Слушай, ну на самом деле я думал, что будет сложнее. Так. Три звезды. Ху, слава богу. Я думал, что две дадут. Потому что мы с вами пропустили несколько вражин. Угу. Гайка скоро получит 10 уровень. Так, вот нам достается меч. Ну что же, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Ага. Мы с вами в пещере. Почему так долго? А вот будешь знать, как без меня по пещерам лазить. Что скажешь в свое оправдание? Это было поучительно. Ага, мы спасли, короче, этих рыцарей, да? Потерявшихся. Между прочим, мои поиски не прошли зря. Ага, вот мы с вами нашли этот меч. Ёлки-палки. Меч эльфов, что ли? И выбрались мы. Полнолуние. Ага, рыжуха. Ты хорошо поработал. Думаю, ты заслужил награду. А наградой мне будет чувство выполненного долга. Ну, вообще-то я имела в виду, что ты можешь пойти со мной в ночной дозор, пока наша армия будет отдыхать. Да-да, я согласен. Звучит многообещающе. Мы нашли ее, ваше величество. Да, она идеальна. Немедленно подготовьте все для ритуала. А это еще кто? Кто? Что за бес? Ну что же, мы наблюдаем за луной вместе с рыжухой. На склоне горы, а здесь вот это вот чувырло появилось. Так, смотри, что делает. Что это такое там она выпустила в землю? Какие-то корни. Оу! Да ну! Рыжуху убили, ты прикинь? Нет! Что такое? Это какой-то суккуб или... Друзья, короче, душу она забрала. Нет! Ёлки-палки. Мы потеряли рыжуху с вами. В процессе создания. Ага, значит, здесь все-таки будет продолжение рано или поздно. А это еще что такое? Это конец. Нет больше уровней, точнее, пока нет. Они в процессе создания. Хм, и что мне делать? Я хочу еще. Неудивительно, ты же мальчик. Следи за обновлениями, скоро что-то напишут. Вот так вот, дорогие мои друзья. Получается, что мы на данный момент прошли всю игру. Ждем обновлений. Не зря я говорил, что здесь вот туман у нас. Потому что мы должны отомстить за нашу рыжуху. Мы же в нее были влюблены. А тут на тебе, на финале ее убивает. Обалдеть просто-напросто, да? Нам поможет только Некрономикон, который сможет ее оживить. Ну что ж, дорогие мои друзья,
пока мы с вами будем заканчивать на этом, да. Если что, вы мне пишите в комментарии, когда увидите, что появилось в этой игре обновление, я обязательно в нее вернусь, и мы продолжим в ту же секунду. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!